студии канала «Снегирёвский ДК» я, ведущая Анастасия Зуева. Предлагаю прослушать обзор ближайших мероприятий Снегирёвского дома культуры. Международный праздник в честь матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. 26 ноября в 17:00 в Снегирёвском доме культуры состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери, в котором примут участие хореографический коллектив «Ассорти», руководитель Оксана Никитина, танцевальный коллектив «Хабиби Клуб», руководитель Марина Никитина, вокалисты детской школы искусств «Макар» и «Петр Шпун», педагог Елена Воробьева, группа «Акустик Бэнд», руководитель Александр Седых, воспитанники театральной студии «Сказка», руководитель Нина Громова и приглашенные артисты, танцевальный коллектив «Жемчужина» Снегирёвской школы, руководитель Маргарита Коломыцкая, танцевальный коллектив «Новый Снегири», руководитель Екатерина Васильева, певица Надежда Белоусова, педагог по вокалу Елена Воробьева. Напоминаю, праздничный концерт, посвященный Дню Матери, состоится 26 ноября в 17:00 в Снегирёвском доме культуры. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Ждем вас в Снегирёвском доме культуры 26 ноября в 17:00. С вами в студии была ведущая канала «Снегирёвский ДК» Анастасия Зуева.